В городе составлен план мероприятий по отведению ливневых и грунтовых вод. К его реализации приступили еще с начала года. Реконструкция системы ливнеотведения коснется большей части города. На сегодняшний день в рамках работ по увеличению пропускной способности городской системы ливнеотведения ведется строительство ливнестока по улице Комсомольской на участке от Колхозной до Пролетарской. Проведены работы по юных коммунаров от Безымянной до Пролетарской, по Крепостной от Батарейной до Пролетарской. На участке укладываются трубы из пластика. Преимущество такого строительства в наличии системы насосов, которые направляют воду в коллектор вне зависимости от уклона труб. Построен ливнесток по переулку Вишневому. Завершена улица Выгонная от Ленина до юных коммунаров. На участке построена самотечная система ливнеотведения с установкой труб и бетонных колодцев. Летом планируется заасфальтировать этот участок дороги. По улице Богдановской проведены работы по строительству напорного подземного коллектора протяженностью более 80 метров. В будущем это позволит не перекрывать проезжую часть улицы Щерса при обильных осадках. Работа новой насосной станции позволит увеличить сброс воды с озера в отводящий магистральный канал и ускорить работу самотечных ливнестоков, сократив подтопляемые территории в Северном округе.